На карантин из-за ОРВИ и коронавируса закрыты почти 90 классов в разных школах Хабаровска. Болеют 1500 учеников. Их одноклассникам пришлось уйти на вынужденные каникулы. Причем дистанционное обучение в таких случаях не предусмотрено. С подробностями Арина Солдатенкова. Массово заболевать школьники и педагоги в Хабаровске начали уже со второй недели учебы после каникул. Постепенно целые классы начали закрывать на карантин. Этот способ предотвращения распространения инфекции используют, когда в классе болеет каждый пятый ученик. На недельный карантин из-за ОРВИ отправили 74 класса. Еще 15 прервали учебу на две недели из-за ковида. Сейчас в Хабаровске болеют 1500 школьников. Дистанционное обучение, по информации мэрии, организовано только в тех классах, где здоровы большинство учеников. Дистанционный формат обучения не рассматривается, потому что проводить уроки для 10-7 человек не совсем правильно. Оставшиеся по выходу с карантина должны будут программу нагонять. Поэтому в этой ситуации учебные планы, учебные программы будут скорректированы после того, как ребята выйдут с больничного. Полностью закрыть на карантин на этой неделе пришлось три хабаровских школы – 77-ю, 6-ю и номер 40. На следующей неделе все они смогут возобновить занятия. Пока в этих учебных заведениях дезинфицируют помещения, а заодно делают мелкий ремонт. В школе проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Была проведена уже заключительная обработка специализированной организации помещений, коридоров, всех общественных помещений в школе. В Хабаровском крае эпидемиологические мероприятия проходят в 30 школах и детских садах. Большинство закрытых на карантин классов возобновят учебу на следующей неделе. Виталина Кондрахина, Арина Солдатенкова, Павел Легалин, телеканал «Губерния».